Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами таро-прогноз для представителей знака Рак на период с 1 по 10 октября 2022 года. Итак, дорогие раки, давайте посмотрим с вами, что же вас ожидает в этот период времени, какой он для вас будет, что у вас будет в делах, в работе, в личной жизни, в финансах. С 1 по 10 октября. Так, общая карта данного периода. Хороший период. Любовь, гармония, взаимопонимание, приятная встреча. Встреча с кем-то из вашего прошлого, возможно. Также вполне вероятно, что вы будете решать какие-либо вопросы, связанные с недвижимостью, да, с вашим домом. Или же вы вернетесь домой. Может быть, вы поедете к родителям, к бабушке, к дедушке, допустим. Или к вам приедут ваши дети или внуки. То есть тут вот что-то связано с домом, что-то связано у вас будет с семьей. Какие-то воспоминания, воспоминания, как было раньше. Как будто вы посетите места, возможно, такие, в которых вы были очень давно. Что в делах и в работе раков ожидает? Но смотрите, тут какая ситуация в делах и в работе. То есть вы будете трудиться очень, конечно, много. То есть у вас уходит очень много сил, энергии на то, чтобы достичь желаемый результат. Но дело в том, что в определенный период времени вы поймете, что то желаемое, к которому вы стремитесь, это все настолько иллюзорно. И, по сути, вы достичь чего-то не можете. Вы потратили большое количество сил, очень много времени вложились в что-то, да, и вот вы просто будете смотреть на ваши дела, на вашу работу и понимать, что это как миф какой-то, все, это уже что-то нереально для вас, нереально что-то сделать, нереально поменять ситуацию, и вы будете стараться сохранить все-таки то, что у вас есть на этой работе и в этих делах, да, вы будете вспоминать, как все начиналось, как все начиналось, как стремительно все развивалось, и теперь вы на это все смотрите и понимаете, к чему вот в итоге вы пришли. Да ни к чему. Но на самом деле вы получили колоссальный опыт, да, то есть вы проходите какой-то определенный свой путь. И даже если вы в чем-то и разочаруетесь, вы должны понимать, что, значит, так должно было быть. То есть в любом случае, тот путь, который вы проделали, он не бессмысленный. Нет. Так должно было быть. Вы получили определенные уроки, вы получили определенные доходы, да, то есть вот вы познакомились с какими-то приятными людьми, допустим, в этом деле столкнулись. Ну вот как-то так. Вы будете об этом думать вот в этот период времени. Будете думать и анализировать. У вас будет страх потерять то, что вот вы имеете. Потому что, может быть, есть ответственность за дом, за детей, допустим. Ну, вот на этот период вот такая карта ложится. Что в финансовой сфере у раков с 1 по 10 октября? Ну, все будет хорошо. Я думаю, что вы получите здесь какие-то доходы, решите какие-то вопросы. Здесь может быть у вас подписание документов, может быть, переводы, могут быть переводы откуда-то издалека, да, то есть вам как будто что-то перечислят. Или же это ваше какое-то дополнительное дело, может быть, да, как будто за границей. То есть здесь деньги приходят к вам со стороны. Но у меня такое ощущение, что не от основного какого-то вашего дела, как будто от чего-то другого. И, может быть, вы что-то продадите, к примеру, да, как вариант, или вы получите как кредит, возможно, да, на то, чтобы приобрести. Что-то здесь подпишут, дадут деньги, я думаю, что у вас будут финансовый вопрос решиться благополучно.
Так, и или же здесь как часть какая-то, да, то есть, может быть, вы уже одну часть получили, и вот вам как дадут вторую часть, да, то есть вот что-то соединится. Что-то соединится. Так, хорошо. В личных взаимоотношениях что ожидает рака? С 1 по 10 октября. Ну, все будет в порядке. Здесь, опять же, таки какие-то вопросы связаны с документами, с браком, официальное что-то такое, да, то есть, может быть, вы будете в поездках, каких-то командировках совместных, да, что-то будете решать для вашей семьи, предпринимать какие-то решения, шаги, то есть, серьезные. Может быть, вы действительно займетесь здесь вплотную оформлением чего-либо, да. Будете, мужчина будет оказывать здесь женщине очень большую такую помощь и поддержку. Вот в паре, да, то есть вот как-то вы будете действовать сообща. Вы будете действовать сообща. Если вы не в отношениях, но хотели бы, то что здесь? Здесь я бы так сказала, что вы можете познакомиться, да, вы можете встретить человека, но, скорее всего, что ваши отношения будут более формальные. То есть вот на этот период времени вы будете просто присматриваться друг к другу, вот, ну, как-то лучше узнавать. Спешки у вас здесь не будет в развитии. Вот как-то так. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго.